до ареста проживал на территории Федеральной Республики Германии, так зарегистрирован в селе Катерюрт. Германия, город. Хозум. Вам в сущности предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного части 1, 205, статьи 205, прим. 1 РСНО, то, что вы обвиняетесь в склонении лиц в совершении преступления, предусмотренного статьей 208 Уголовного кодекса. Понятно. Предупреждаетесь о том, что ваши показания могут использованы в качестве доказательств уголовного дела, в том числе при последующем отказе от этих показаний. Сущность обвинения РСНО понятна в присутствии да. защитника. Русским языком владеете? Да. Да, да. В услугах переводчика нуждаетесь? Нет. В настоящее время желаете давать показания по существу предъявленного обвинения? На данный момент я не буду давать показания и впоследствии, возможно, да. Воспользуюсь. Воспользуюсь статьей 51. Конституции. Конституции. Так, в настоящее время отказ, да, да. показания?